Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами Аня. У меня на канале вы найдете очень много распаковок и обзор товаров с интернет-магазинов. Заказов много, все товары разнообразные, интересные. Я уверена, вам у меня понравится. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить очередную распаковочку и обзор товаров с AliExpress и не только. Сегодня у нас будет с вами обзор и распаковка видеокамеры. Камеры небольшой. Решила посвятить ей отдельное видео. Камера классная, мне очень понравилась. Кто искал себе бюджетный дорогой вариант с отличным качеством изображения, цветопередачи. Она также имеет функцию ночного видения. Очень советую присмотреться. Я вам сегодня все подробно покажу, расскажу. Покажу, как она работает ночью, днем. По ней можно разговаривать и наблюдать по камере, если даже вы находитесь вне дома. Поэтому, кому интересно данное видео обзор, смотрите видео до конца. Ссылочка на камеру будет внизу в описании и в первом закрепленном комментарии. Ну что, давайте с вами начнем распаковочку. Приходит эта камера в фирменной коробке. Есть доставка из России. Посылка пришла очень быстро. В течение недели в пути курьер принес посылку на дом. Здесь у нас все необходимые характеристики имеются. Аккуратно все сложено. В комплекте идет камера. Как видите, она заклеена пленкой. Инструкция. Она идет на английском языке, но тут и так все понятно, легко разобраться. Имеется QR-код. Мы его сканируем и устанавливаем приложение на телефон. Приложение называется V380 Pro. Подсоединив телефон к камере, мы можем управлять дома и вне дома. Очень удобно. Также в комплекте идут болтики для крепления на потолке. Вот такое крепление. Дальше вам покажу, для чего. Кабель microUSB и адаптер. Данная камера работает от сети. Давайте теперь подробно посмотрим с вами камеру. Вот такая вот маленькая небольшая камера красивой формы. Камера находится в прочном пластиковом корпусе. Небольшого размера она. Снизу у нас находятся силиконовые ножки. То есть вы можете поставить не силиконовые, даже они мягенькие. Вы можете эту камеру либо поставить на полку, либо вот это вот крепление в комплекте. Мы его вот таким вот образом можете прикрепить к потолку. Здесь, видите, есть необходимое отверстие для потолочного крепления. Впереди камера находится с большими буквами бренд, название бренда. А сзади это динамик и сам глазок камеры. Возле глазка находится инфракрасная подсветка. Это для ночного режима. То есть ночью можно тоже наблюдать за тем, что происходит в комнате, например, если вам надо следить ночью за ребенком маленьким. Снизу под глазком расположился слот для карты памяти. Можно ставить карту памяти до 128 гигабайт. Сам глазок, он у нас, видите, вниз опускается, поднимается, вращается на 360 градусов камера. И в этой камере имеется функция обнаружения движения. Сейчас с вами попробуем подключить камеру. Покажу вам картинку, как она будет показывать. Вставляем наш кабель. А вот тут забыла сказать, здесь у нас сзади находится камера, вход для подключения и кнопка для сброса заводских настроек. Так, вот я уже установил приложение V380 Pro. Вот слышите, она заговорила. То есть подключение сейчас у нас пойдет. Ну так. Вот видите, камера у меня подключилась. Я могу управлять теперь через телефон. Поворачивать вверх, вниз. Это я через телефон управляю. Влево, вправо. Очень здорово. То есть вы можете сидеть либо в другой комнате, либо даже можете дома не сидеть, управлять камерой. Управление не тяжелое. Подключили и все. Также вы можете сделать снимок, можете сделать запись, что происходит. Например, кто ищет видео няню, например, кому няня приходит, да, поставили камеру, включили, стоит дата, время. Вы можете, видите, их несколько камер установить.
по дому, по квартире. Тоже удобно. Идем с вами вместе, поставим камеру в детскую комнату и посмотрим, как она будет работать, как слышно аудиоразговоры, и посмотрим, как она работает ночью. Все, поставили ночью камеру в детской комнате. Да? Сейчас будем наблюдать. Посмотрим, как качество изображения, да, будет передавать? Помашите на камеру мне? Да? И поболтаем сейчас с вами, да? Ну, давайте. Наблюдая за своими мальчишками, качество изображения, как видите, очень четкое. Все видно, цветопередача хорошая. Никитка там. Оп-оп-оп. Сейчас мы... Оп. Папа присоединился наш. Я слышу, что там происходит. Сейчас проверим с вами. Так, выключу пока звук. Сейчас проверим, как будет показывать изображение ночью. А это изображение ночью. Выключила свет, завесила шторы, и как видите, тоже все видно четко. Смотрите, как видно дальность. Видно изображение четко, видно даже вдалеке, что происходит. Хотя в комнате полная темнота. То есть, если колыбельная, да, Люлечка будет с кроваткой, вот там он с ребенком стоять где-то, да, вдалеке, вы все увидите, все, что он там делает. Проснулся, не проснулся. Вот так выглядит камера в полной темноте. Инфракрасные датчики вокруг камеры загораются, за счет чего видно ночью. На этом все. Видео мое закончилось. Вот такое вот небольшое видео получилось. Надеюсь, для кого-то это видео станет полезным и поможет в выборе видеокамеры для себя, для дома. Ссылочка, как я и говорила, внизу в описании. Заходите, смотрите. Если остались вопросы, пишите в комментариях. С удовольствием вам помогу, подскажу, чем смогу. Ну что, буду с вами прощаться. Вам желаю хорошего дня и замечательного настроения. Всем пока-пока. До новых встреч.